Мерьем Зикирьяева с детства увлекается крымско-татарской культурой. Часто посещает концерты и спектакли. Ну, это наши корни. Мне это близко, мне это интересно. Всегда хочется знать что-то новое для себя. Я сама танцевала много. Ну, люблю сферу концертную, люблю музыку. Люблю татарский театр, люблю все, что связано с культурой. Артисты с волнением готовятся к выходу на сцену. Им предстоит удивить зрителей. Сегодня будет очень интересная концертная программа, разнообразными песнями и танцами. Будет разбавляться концерт наш сегодняшний танго, и еще, конечно же, будут танцы буги-вуги. Татарские, крымско-татарские народные танцы тоже будут присутствовать. С первых же минут гала-концерта народные мотивы заряжают энергией каждого зрителя. На сцене исполняют национальные песни и танцы Асан Белялов, Шафика Татарисова, Эминека Сараева, Сервер Кадиров и многие другие. В каждом слове и в каждом движении трепетная любовь к родине. Важно передать зрителю эмоции и чувства. Концерт проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. При входе предъявление QR-кода. Маски, рассадка зрителей в шахматном порядке. Зал заполнен наполовину. Изящно, тонко, чувственно. Все то, чем притягательны крымско-татарские танцы. Каждое движение – результат упорной работы над собой. Здесь не нужно лишних слов. Достаточно погрузиться в национальный колорит. Больше 15 концертных номеров. В каждом душа народа. В любом случае, конечно же, при сложившейся ситуации, человек, придя в театр, должен получить вдохновение, воодушевиться, хорошее настроение и выйти из театра в реаль только с позитивом. 11 ноября в театре представят спектакль «Дом милосердия». А в преддверии Нового года для самых маленьких поклонников театра подготовят сказки на родном языке. Сусанна Садыкова, Алим Сейдалиев, телеканал «Миллет».